Всем привет, страна советов. У нас сегодня суббота. Рабочие не приехали. Сказали, что теперь другой заболел. Ну, нам это и, в принципе, на руку. Потому что то, что они покрасили, мне не нравится, как они красят, честно говоря. Они разбавляют краску. Разбавляют краску водой. А если не разбавляют, то просто елозят в тонким слоем. Ну, размазывать это не то. Так очень долго будет краситься. И самое главное, что качество покраски страдает. Лучше макнуть пожирнее и пожирнее намазать. Да, тяжело, но эффект лучше. Лучше впитывается пожирнее. Я люблю пожирнее. Да, тяжело, да, медленно, но зато эффект, он себя оправдывает. Я буду красить, а вы будете смотреть. Друзья, привет! Вы представляете? Вот Сережа какой молодец. То, что рабочие тут нам слои какие-то делают, Сережа раз, уже все почти покрасил. Он вам показывал, но все равно я покажу. Вы представляете? Молодец. И ждать ничего не надо. Классно, классно. Я чуть позже встала, спала. Вот. А Сережа здесь вот как раз этим занимался. Классненько. Вот. Вообще у нас погодка. Ну, здесь на веранде чудесно. Я не знаю, сколько там градусов на улице. Но вообще 13 мне показывают на часах. Смотрите, на веранде вообще... Слушай, на веранде вообще жара. Вот как. 13 градусов на улице. Тут так нагревается вообще. Я открыла дверь, что очень жарко. Да, здесь очень тепло. Друзья, веранда вообще классная, только тут мухи. Кто их запустил, не знаю. Вот, сами залетели, ожили, сволочи. Вот смотрите, сколько мух. Надо дверь закрывать. Надо выгнать их, выгони их. Вот сейчас надо открыть окно, пускай вылетают. Вот, вылетайте, вылетайте, давайте. Нафиг. А и смотрите, сюда залетели, и как вылетать. Вылетайте. Боже. Вообще не вылетает. Ой, солнце светит. Давай. О, вылетели, что ли? Нет, вот вторая. Вылетай. Двух выгнал. Есть еще мухи? Тут вообще красота. Я хочу сказать, красота. То есть... Так, мне как-то эту муху надо выгнать. А тут закрыто же. Или открыть надо сейчас. Куда она делась? В общем, мне очень нравится. Погодка супер. Ну, у нас, видите, тут такой, конечно, раскардаш рабочий устроились. Даже не покататься. Ну, ладно. Так что это прямо для погоды осенней. Эта веранда тоже классная, потому что здесь просто жара. Надо открыть окно вообще, если так вот хотеть. Здесь сидеть, потому что сидеть жарко было бы. Так, опять они накидали. Ой, кстати, а хорошие какие брусочки. Надо их опять прибрать, что ли. Так, ну что, ребята, процесс продолжается. Тут я покрасил, тут покрасил. Тут вы видели, как я красил. Тут вокруг стабика тоже покрасил. Тут. За этим шкафчиком я тоже покрасил. Ну, сейчас его сдвинул. А чтобы осталось покрасить мне вот здесь вот. Здесь. И вот эту штучку. Ну, чуть-чуть буквально. Вот. Так что небольшой перерыв сейчас. Немножко надо перекусить. Чай налил уже. Женя тоже там чай налила. Немножко чай попьем, перекусим. Тут я вот разогрел два кусочка. Два кусочка колбаски. Так, ну-ка. Хорошая.
Горячая даже. Давай кусочки, как колбаски. Ой, у тебя лежали. Блин, голова ударился. Буду штуку. Я буду, наверное, чай пить. Так, ну что? Так вот я поставлю. Я так поставил. Далекая маска. Классная. Как она включается? Видно, нет? Так, вот градусник. Ну-ка, сколько здесь? 31 градус. Смотрите. 31 градус. Видно, нет? 31 градус. На веранде в пеньке. Так, нас ждут. Сказка. Сказка. Давайте камеру туда заодно. Будет смотреть на природу. Опа. Как он? Красотень? Мы тоже думаем. Что ты хочешь купить, Жень? Не пойму, что такое зеленое здесь в пицце? Шпинат, что ли? Это перец, а это зеленый. Вот, зеленый, что такое? Кажется, шпинат. А, то может быть, да. Ну, что такое зелененькое? Шпинат, мне кажется. О! Жень, соседи тут. Причем я себе еще заказал два кусочка. Вот два кусочка. Ты вот понимаешь, вот эта вот песня, два кусочка колбаски. Вот да. Что бы ты ни говорил, сразу два. Вот два кусочка. Все. Сразу колбаска на столе. Колбаска на столе. А у меня вот макароны, это мы вчера же заказывали, но мы, естественно, не съели все. Здесь получается, значит, паста с грибами и курицей. Вот, в общем, под сыром. Угу. Итальянскими травами. Да. В общем, сидим, завтракаем, так понимаю. Ну, мы не завтракаем, поэтому это у нас как бы обед. А потом поедем куда-нибудь. Сначала надо красить. Да. Я хочу тут штука поближе показать. Это красивая береза наша. Или не наша, но... На чужом участке. Ну, имеется в виду, да. Нам вид создает. Значит, наш. Значит, наша, да. Потому что на том участке никого нету. Они даже не стригут ничего. Да. Соседняя, помнишь, как это выходило? Она там что-то на этом участке, короче, обрезала, то все и кричала: я садовник. Это соседи, получается, знаете, какие она сейчас говорит, там про тех, кто на угол. На том углу, да. Да. Она вообще, они там, у них калитка, и они могут выходить на этот участок. Угу. И они там хозяйничают, в общем, там у детей какой-то домик. Ну а что, эти не приезжают все равно? И вот этот домик на этой березе был, и вот она ходила, какие-то ветки обрезала. Ей муж говорит: хватит уже, это не твой участок. Она говорит: отстань, я садовник. Так что, кушаем. Друзья, мы сейчас собираемся поехать. Значит, нам нужно, ну, погуляем, и нам нужно будет в магазин зайти. В общем, Сережа докрасил там все, что он планировал. И даже потолок покрасил. Стены вот полностью уже покрасил. И вот до сюда еще и потолок вот вторым слоем. Вот так можно видеть. Видите, как здесь, а как здесь. Вот так вот. Все, сейчас собираемся и выезжаем. На прогулочку. Друзья, мы в машине. Все, в общем, выезжаем. Подкрасилась я немножечко. Погода вообще класс. Классная погода. Классная.
Так, ну что, мы подъехали к зоомагазину. Батька, тут кисулька. Я только что мужчину гладил. С желтыми глазами такими. Кот, мне кажется. Чего он мне слышит? Она говорит, не кис-кис, она говорит. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вот твой ребенок сразу на окошко смотрит. Угу. Так, ну что, пойдем? Да, что нам надо купить? Корм для Савичу. Домой? Ну, домой, конечно. Так, вот этот будем. О, смотри, вот он опять кошку трогает. Угу. Это... Какой возьмем? Такой вот, как брали? Какой будет? Брит, не очень хочу. Ой, вот такой красивый котяра. Такие желтые глаза. Кс-кс-кс-кс-кс. Не надо его вызывать. Лишайный? Вот такой котяра, а. Что-то хочет. Хвост какой-то облезлый. Да, ладно, будь здесь. Вообще? Никуда не уходи. Вообще это... Я хочу сказать, что... Если бы он хорошо пытался бы, то... Брит, кстати, нет. XL. А М-ку мы брали. М-ка есть. Вон, пойдем только смотрим. Пойдем. Никакой не роял. А вот, вот он, да. Проплан, да. Вот. Да. Такой большой-то есть. Вот этот, что? Ну, это... Такого большого нету наверху. А это как называется? Оптибаланс? Есть вот такой вот. Оптивайт 1300. Это вот, тут видишь? Слушай, ну он его жрет вообще немерено. Это как от химоза. Слышишь, ничего говорю? Да нет, вот состав ничего, 20%. Брит он как не очень ест. Ну так. А это прям идет как, не знаю, может брит возьмем лучше. Что думаешь-то? Да, вот есть с высоким содержанием ягненка. Да, где-то состав. Русский. Состав ягненка 19. Еще какой-то сухой птицы не сказано. Тут 20. 20, да? Вот я вижу с барашком. Смотри, похож на Рич? Угу. А тут 30. Курица 50. 30 мяса. Без костей 20. Ты вижу, тут больше. Больше 50. Ну, ну давай тогда им подари и все. Вот это, которое задается. Да, тут 50, вот а там 20. А, давай. Только я не дотянусь. Вот что, кошки взяли этот. А рыба. Этот, курица. Какие расчески. Да, вот этот не тренер. Какой тренер? Вот, я скажу, помог. Не брать сюда. Здесь расческа для срезки колтунов. Вот что нужно для Рича. Вот это надо расческу для срезки колтунов. Видишь, мы тут ножик, как бы вот так делаешь, как он попадается, он срезается. Такой бы взять. А еще есть какие-то? А вот еще щетка для меня хорошая. 330 рублей. Вот хорошая щетка для меня.
игрушки всякие разные. Какая что такое за игрушка? Странная. О, покрышки. Полтора, что ли, трешка, что есть? Нет? И полтора, что ли, трешка есть его? Блин, часы с собой не взял. Дай мне телефон. Как они развиты, расформировались и все. Угу. Это, пожалуйста. Ну тут, видишь, одежду продают. Ну ажиотажа вокруг одежды я не вижу, да?